Ой, что творится с нашими православными? Так почитаешь комментарии к роликам, репостам блогеров, журналистов, политологов, священников, и увидишь либо одни мордочки смайликовые и душевного, но далеко не духовного характера восторги, либо совсем не имеющие никакого смысла суждения и обвинения. Не надо быть оракулом, чтобы увидеть в комментариях большинства чувственность сильную, идущую от избытка страстей, особенно женщин. И ведь надо же, до конца вступающих в спор, доказывающих свою правоту, что даже и святые заблуждались. Очень редко, но слава Богу, здесь встречаются люди, но мизер, которые рассматривают все происходящее вокруг нас и в мире только с духовной точки зрения. Без чтения святых отцов никто правды не поймет. Но их единицы, и ради них только хочется что-то полезное сказать. Но все же согласитесь, лучше молчать, так как мир во зле лежит, и нет сомнения, что скоро придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят, как читаем во втором послании святого апостола Петра в 3 главе 10 стих.